В дежурную часть Кубинского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от местной жительницы о том, что из ее дамской сумочки в раздевалке фитнес-клуба были похищены денежные средства. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении этого преступления задержана 28-летняя жительница Московской области. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.